Студенты, магистранты, аспиранты вузов, научно-исследовательских институтов Волгоградской области принимают участие в конкурсе всероссийского масштаба «Умник», который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, или иначе Фонд Бортника. Участие в конкурсе принимают 64 региона. Деньги, выделяемые на поддержку молодых талантов, федеральными. «Умник» включает в себя несколько стадий, этапов, и участвуют в нем физические лица со своими научно-исследовательскими работами. В основном это молодые ученые от 18 до 28 лет. Это ученые, авторы научно-исследовательских работ, но не просто фундаментальных исследований или гуманитарных, а научно-исследовательских работ, которые имеют прикладное значение. То есть работ, где виден горизонт внедрения в производство конкретного продукта, конкретной технологии, создание предприятия конкретного, малого инновационного предприятия. Мы очень хотели бы, чтобы как можно больше здесь участия принимали выходцы из коммерческих предприятий, из бизнеса. Потому что, конечно, у нас основной посыл на прикладное значение. Не наука ради науки, да, а внедрение научных исследований в производство конкретных товаров, конкретных услуг. В Волгоградской области ежегодно от 3 до 5 проектов доходит до так называемой стадии старта – создания собственного предприятия, где деньги, выделяемые фондом, уже совсем другие. Первый год – это 1 миллион рублей, второй год – 2 миллиона, третий год – 3 миллиона рублей. Таким образом, фонд ведет и поддерживает конкурсанта от идеи до ее реального воплощения – выпуска инновационного продукта. Но и на этом поддержка фонда не заканчивается, она продолжается и дальше. Есть стадии, когда фонд Бортника дает или через фонд Бортника субсидируется предприятие, да, научно-инновационное, малоинновационное предприятие субсидируется, например, их затраты на основные средства, которые используются при производстве научно-инновационной продукции и так далее. То есть это не просто как-то вот отдельно вырвано из контекста, это целая система. Целая система, она работает уже долго. Вот. И мы, конечно, заинтересованы не столько в том, чтобы у нас было как можно больше умников, да, хотя это тоже. Потому что идея умников, все-таки, знаете, она вытащить из студенчества, которое вот на этапе окончания вуза, вытащить тех ребят, которые могут реализовать свои научные инновационные идеи, вытащить их в среду, да, определенную через эти гранты, чтобы они могли задуматься, вариться в ней, да, что называется, и потом задумать создание малого инновационного предприятия, выходить уже на новые этапы, не уходили куда-то там, в торговлю и так далее, как у нас происходит с выпускниками там многих технических специальностей. Работа молодых ученых принимается на конкурс по нескольким направлениям: медицина будущего, биотехнологии, технологии создания современных материалов, приборов и аппаратных комплексов. Эстафету «Умника» мы подхватили в 2010 году, и уже есть неплохие результаты. Наша область в 2013 году по итогам конкурса находится на 21 месте. По результатам мартовского отбора нынешнего года победителями уже стали 31 человек. Для них фондом будет выделено более 8 миллионов рублей. Перечислить работы, получившие одобрение высокого жюри, невозможно, их много. А вот цифры, за которыми кроется огромный потенциал наших умников и их идей, говорят сами за себя. В ноябре состоится заключительный этап программы «Умник», после чего лучшие работы отправятся в Москву для окончательного принятия решения. А пока до 10 ноября у молодых ученых есть еще время подумать и подать заявку на конкурс. Вдруг повезет.